Всем привет! Сегодня посмотрим вот такой рюкзачок. Уже наподобие этого мы смотрели только зеленый, а этот вот написано цвет грей. Вроде бы как серый, но он как коричневый смотрится. Сейчас нет в наличии, но покупали мы тут на Алло. Опять же, характеристики можете посмотреть. Смотрим сам рюкзак. Поставляется вот в таком пакетике. Как я понимаю, он... Вот 100% биоразлагаемый. Это на нем такая есть наклеечка. Вот тут кое-что написано. Название его и так далее. Название вот каньон. Тут двоечка есть. Двоечка от троечки отличается тем, что в двоечке два кармашка боковых. Вот бирка. Размеры 20 на 25 на 40 подходят для авиаперелетов, чтобы брать с собой как ручную кладь этот рюкзачок и не сдавать багаж. Ну, 20 литров и так далее. Вот лямочки тут написано, змейка и полиэстер 420D. Что еще? Угу. Ну, вот темно-серый, как вы видите. Темно-серый написано, но... Я бы не сказала, что это прям такой чисто серый цвет. Цвет он какой-то больше в коричневый отдает. Есть вот такой карман в передней части. Вот эта эмблемка, что его можно брать с собой, как ручную кладь. Так, сбоку кармашек один, сбоку кармашек второй. А там, где троечка на бирке в названии, там один кармашек. Вот, ну и по-другому немножко надписи. Здесь вот такой дизайн. Сзади у них одинаково. Спинка упругая, плотненькая. Лямочки тоже. Вот здесь выстрочен такой прямоугольник. Есть ручка. Скрытая молния. Открываем. Внутри такой яркий желтый цвет, как и в зеленом, по-моему. В зеленом тоже такой желтый цвет. Нет, ну тут, наверное, с оранжевым больше, а там желтизну он дает. В общем, яркий цвет. Как вы видите, я уже положила ноутбук. И он раскрывается, как чемодан. Вот так откидывается задняя стенка. Сейчас я его наполню. Вот такой вид у него. Так как рюкзачок. Ну а здесь открывается как чемоданчик. Носить можно только так, как рюкзачок. Спинка довольно-таки такая плотненькая, но здесь сейчас и ноутбук, поэтому так хорошо держит форму. Всем спасибо за просмотр. Рекомендую рюкзак.